Нагорный парк уже полюбился горожанам. С момента открытия не было ни дня, когда парк пустовал. Однако не все в Нагорном так хорошо. Жители и гости города жалуются на постоянные пробки, нехватку парковочных мест и отсутствие автобусных остановок рядом с пространством. Мы столкнулись с рядом проблем уже после запуска Нагорного парка. Весь город заметил, что, в общем-то, достаточно сильно ухудшилась ситуация на дороге. Но мы понимаем же, да, что участниками городского движения являются не только автомобили, но там пешеходы, общественный транспорт. И, в общем-то, эта задача такая комплексная. По задумке проектировщиков, изменение схемы дорожного движения на участке будет реализовываться в несколько этапов. Первоочередное – обустройство новой комфортной остановки общественного транспорта и оборудование безопасного пешеходного перехода со светофором напротив основного входа в парк. Светофор будет, оснащен, он будет современный. У него будут там размещены датчики, в общем-то, и кнопка вызова. И поэтому, в общем-то, когда пешеходов не будет, дорога будет открыта для, собственно, автомобилей. Но когда будет большой интенсивный пешеходный поток, пешеходы смогут вызывать светофор, в общем-то, в рамках фазы заданной программы. Помимо этого, планируется создать и место парковки туристических автобусов. Оно разместится за автозаправочной станцией. Также для упорядочивания транспортных потоков в районе пересечения улиц Всеволода Сибирцева и Капитана Шефнера появится новая разметка – сплошная между полосами движения в направлении улицы Шилкинской. Она поможет урегулировать на этом участке потоки автотранспорта. Зауживать проезжую часть не планируется. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.